Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетман, а также моего творчества. И сейчас я вам расскажу, что нас ждет в следующей серии проекта «Пацанки». А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего, за кого вы болеете и кто, по вашему мнению, должен победить. А в следующей серии девочек поведут, вы не поверите куда, в настоящую тюрьму. Но это девочки будут думать, что тюрьма настоящая. На самом деле она будет бутафорная, киношная. Но будут в ней сидеть настоящие зэчки. Девочки-то будут думать, что это зэчки, которые уже сейчас сидят. А на самом деле это уже девочки, которые вышли из тюрьмы и как-то реабилитировались к реальной жизни. И их пригласят в проект, чтобы объяснить пацанкам, как это ужасно оказаться в тюрьме, как это ужасно нарушать закон. Будет такая профилактическая мера. А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего, за кого вы болеете. А также помогите мне, пожалуйста, реализовать мою мечту стать кинорежиссером. Но мне совсем чуть-чуть не хватает на режиссерские курсы. Пожалуйста, сбросьте мне кто сколько может. Карточка в описании внизу. Буду вам очень благодарна. Спасибо. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.